Виртуальный концертный зал открыт сегодня в Кстове. Такие залы создаются в рамках национального проекта «Культура» и позволяют проводить трансляцию из лучших концертных залов страны в максимальном качестве. В нашей области такие залы открываются, начиная с 2019 года. Мы открыли 11-й по счету виртуальный концертный зал на территории Нижегородской области. Такие ВКЗ открываются в рамках национального проекта «Культура». Дети получат возможность посещать онлайн-концерты и получат доступ к очень широкой медиатеке. Наша музыкальная школа выиграла конкурс на национальный проект «Культура» на виртуальный концертный зал. Для нас это, конечно, большая честь, что наши ребятишки, у нас их учится 540 человек, будут иметь возможность слушать концерты в прямом эфире и из Московской филармонии, и из зала Чайковского, и из многих залов нашей России. Не у всех есть возможность, конечно, ездить по стране и слушать замечательных исполнителей нашей современности. На следующий год Нижегородская область получила возможность открыть целых 6 виртуальных концертных залов. Это первый лучший результат по стране, поэтому надеемся, что таких открытий, конечно, у нас будет гораздо больше.